Естественность и ухоженность – два главных тренда в макияже бровей. Несмотря на присутствие на модных показах порой немыслимых форм, к примеру, брови, перья, в повседневной жизни визажисты советуют отказаться от такой экстравагантности в зоне лица. Здесь важно не увлекаться и думать о том, что именно вам подойдет. То есть для каждой девушки все равно форма индивидуальна. Не существует никакого трафарета, который без исключения подойдет всем. Считается, что именно брови выдают настроение и характер, поэтому при уходе за ними и выполнении макияжа или татуажа важно сохранять гармоничные пропорции. Как советуют броу-мастера, для создания гармоничного образа достаточно восстановить свою природную форму густой брови и придать ей симметричность, мягкое начало и мягкий излом. Мы рисуем горизонтальную ось. Соответственно, основание и хвост будут находиться на одной оси. Если хвост будет уходить чуть ниже, соответственно, выражение лица девушки сразу становится печальным. Если основание мы уводим ниже, чем горизонтальная ось, сразу мы становимся злее. Четкие графичные линии сегодня не приветствуются, так же, как и слишком тонкие или излишне толстые брови. Кроме того, не стоит использовать в макияже бровей черный цвет. Даже ярким брюнеткам стоит отдать предпочтение более легкому оттенку серо-коричневой гаммы, выбрав из подходящей палитры золотую середину.